Здравствуйте, дорогие друзья. Матч между командами Олимпиаспорт и Slam Dogs. Олимпия у нас хозяева. Этого поля я начну с них. За них сегодня сыграет Виктор Жибер. Я так понимаю, будет в воротах сегодня Виктор. Дальше Евгений Сыкалов, Валерий Михайлов, Виталий Тиргул, Иван Чайка, Александр Хальзин, Евгений Антонов и Вадим Горобиевский. Ну что ж, мяч тем временем контролирует Slam Dogs. Ну, представлю состав команд. Игроков в черной форме. Сегодня заявлены. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот так вот. Да, через Slam Dogs живавенько. А здесь уже Чайка. Сыкалов, прошу прощения, это был. Да. Ну как жваво начали команды. За Slam Dogs сегодня сыграет в воротах Сергей Сокольский. Еще один вратарь тоже Сергей Чернявский. Он пока будет полевым игроком после уже, как мне сказал Николай Лесняк, станет в рамку ворот. Дальше. Николай Лесняк, капитан команды. Вадим Поляков, Алексей Кононенко, Николай Буллинг и Михаил Белявский. Ну, Белявский еще пока на подъезде, на подходе. Ну вот. Будем ждать, верить, то, что придет и поможет своей команде. Поляков на точке. На Лесняка, Лесняк. Хорошая передача. Тиргун. Лесняк. Лесняк, свой партнер по команде. Буллин. Снова Лесняк. Поляков, Поляков, прошу прощения, был. А вот здесь уже отбирает мяч Михайла. Снова Чайка с мячом. Навязывает ему борьбу как раз таки Кононенко. Да. Поляков. Угловой для команды Slam Dogs. У Кононенко на Полякова. Удар носка. Но нет. Вот такой. Иван Чайка все эти мячи контролирует и закрывает. Гун на Чайку, Чайка на Михайлова, Михайлов пытался сам пройти, Кононенко ничего не получилось, Сыкалов. Тиргун. Михайлов. Михайлов, ну а задумка хорошая, но нет, она никуда не прошла, Николай Лесняк. С мячом отдает на, сюда к нам поближе на Кононенко, обстучались. Буллинг. Тоже Николай обстучался, Буллинг смещается в центр, против него двое идут, Буллинг смещается вправо, попадает. То ли передача это была, то ли удар, здесь последних сил Михайлова, и Олимпиаспорт пыталась построить атаку своей команды, ничего не получилось. Буллинг, Лесняк. Поляков, но жестко там Тиргун встречает своего оппонента. Под прессинга Сыкалов. На Чайку передача. А что ж такое? Что случилось с девяткой? Почему Ваня не зацепился за мяч? Хотя мог. Неужели поленился? Ух ты! А вот комбинация быстрая. Эта Чайка с Михайловым могла принести результат. Рядышком со штангой мяч прошел. Сокольский отдает на Буллинга. То в свою очередь перевод делает на Лесняка. И они вот так вот вдвоем пока. Широка река. Высока река. Качают оппонентов своей команды.
Поляков. Но подтолкнул спину Михайлов, и Поляков не стал бороться, не стал ничего предъявлять. Фол заслуженный. Передача до него, Буллинг перехватывает, Цикалов снова, Михайлов, а здесь уже Коробиевский. Заряженный вышел 11 номер, Поляков, Чайка против него, Поляков, там вдвоем они на него накинулись, и Поляков, и Чайка, и Михайлов, ну, все хорошо, заработал 20 номер команды Slam Dogs для себя и для команды. Штрафной удар. Лесняк на точке. Лесняк. Что, неужели будет бить, Коля? Ну, вот такой вот незатейливый на самом деле удар, но заставляет Джибера выставить ножку и перевести мяч на угловой. Лесняк на Полякова. Гребевский перехватывает мяч. Альзин отдавал на Цикалова. Не прошла эта передача. Снова с мячом Поляков. Поборолся, Коробиевский поборолся. Это Цикалов, 12 номер. Альзин! Ой-ой-ой! Вот так вот. Бильярдный удар. Альзин забивает после передачи как раз таки Цикалова. Забивает на 7-й минуте Хальдин. Удар от Лесняка блокируется. Ух ты, ошибается здесь игрок команды Slam Dogs. Вот такие у меня эмоции на перекладине от Цикалова, который сейчас с мячом. Цикалов. Лесняк его прессингует. Лесняк мяч все-таки забирает. Выход 2 в 2. Лесняк. Поляков рядом с ним. Все помешали тут сами себе. И Коробиевский, и Цикалов вместе. Ну, и мяч попав у Тенеты. Но есть у нас. Молодой человек, который хотел забраться. Чернявский как раз таки. Да, это аут для команды Slam Dogs. Камененко. Буллинг. Ну, Камененко с мячом пытается прощупать, куда же отдать, кому же перевести эту передачу. Лесняк. На Камененко скидывает. Играет такой треугольник для команды Slam Dogs. Вот, Камененко. Здесь Кальдин уже борется за этот мяч. Кальдин. Поляков с мячом. Поляков. Кальдин проходит. Удар Кальдина. И снова штанга. Спасает все команды Slam Dogs. Коробиевский. За Антонова Хальзин промахивается по мячу. Хальзин. Лесняк грамотно. Ой, как красиво. Николай Лесняк. Ну, зарабатывает мяч для своей команды. Аут. Все хорошо. Не пожарить. 1-0 это не приговор. Это вполне рабочий счет. В принципе, как и 2-0. Буллинг. Потихонечку тащит мяч для своей команды. Буллинг. Второй мяч у нас попадает в сетку. Ух ты, как Лесняк, красиво. Николай, Буллинг.
начинает так свои команды. На Лесняка. Лесняк. Центр на Кононенко. Тут уже Коробиевский быстренько вот так вот обокрал своего оппонента. Хальзин на правом фланге. Хальзин. Но там уже Кононенко поборолся. И снова Коробиевский. Ух ты. Жестко как-то Поляков очень идет в борьбу, и мяч в лицо прописал Горбиевскому, даже не извинился. Это... Песняк оттягивает Горбиевского. Булин на Кононенко, не точно. Полякова. Поляков. Удар не точно. Антонов. На чайку. Но Антонов. Ну, тянул мяч. И Евгений. Это ни к чему не привело. Абсолютно. Лесняк обыгрался с Поляковым. Начинается атака команды по левому флангу. Сандокс. Буллинг. Центр на Лесняка. Снова Буллинг. Не заметил, на самом деле, Кононенко, если честно. Где-то он все время где-то там за спинами своих оппонентов. Штрафной ждет этого скрытного какого-то паса, где он может пробить, ударить. В основном все атаки команды строят Лесняк и Буллинг. Лесняк с мячом. Николай по правому флангу. Смещается в центр. Удар. Но уже Бер забирает этот мяч. Сыкалов. Собирает центр своих оппонентов. Михайлов. Горобиевский. Сыкалов. Центр возвращает на Горобиевского снова. Горобиевский разворачивается. Кононенко против него. Горобиевский проходит. Кононенко. А пас-то на чайку очень-очень слабенький. И это как не пас, а какой-то перекат. Сняк в центре поля. Черпачок на Кононенко. Не точно. Рыбирский обстучался с Михайловым. Центр на чайку. Чайка Иван. Ух ты, красиво. Сыкалов. Сыкалов сам. Отдает назад. Чайка. Удар. Это не удар, на самом деле. Не получился у 9-го номера Олимпии. Своей команды. Перевод налево. Поляков. Буллинг. Кононенко. Лесняк. Этот может и пробить. Красиво. Буллинг. Ой-ой-ой. Да, и тут же берется тайм-аут для игроков команды Олимпиаспорт. Что-то не то. Не то, на что они рассчитывают.
Лесняка. Сумбур на поле. Очень много слов. Очень много криков. Пытается команда Олимпиаспорт нащупать свою игру. А Сламдокс хладнокровная. И, кстати, абсолютно не в обиду игрокам Олимпиаспорт за счет вот этого сумбура. За счет того, что они постоянно кричат, нагоняют больше, мне кажется, какой-то нервозности на сами себя же. Вот, а сам Докс спокойно. Выпускает мяч Сыкалов за пределы поля. Ну что, заступил Кононенко. Вот так вот Поляков не выходит на 1-1. Сбивает сейчас Кононенко Сыкалова. И это штрафной удар и фол для команды Сламдокс. А по фолам у нас 4-2 в пользу Олимпии. И еще 4 минуты играть. Пошли выше, играем до свистка, ребята. Чайка Иван. Михайлов. Он ошибается. Мяч остается у него. Михайлов. Сыкалов. Сыкалов. Удар. Сокольский на месте. Кононенко. Гулин. Эмоциональный сегодня Олимпиаспорт. Буллинг. Налево. Кононенко. Снова. Лесняк Николай там заскучал. Впереди Лесняк. Кононенко. Ой-ой-ой. Отложенный фол. Синий. И у нас по фолам 4. 5-4. Нет, 4-4 по фолам. 4-4 по фолам, поэтому не переживайте. Ваш покорный слуга ошибся. Ну что, Михайлов вот так с передачи Чайки Ивана на правом фланге очтился, но в этот раз уже выпускает мяч. И что? Что у нас? Тайм-аут, да? Лесняк запросил тайм-аут. Разыграли игроки Сламдокс свой мяч. Булин. Центр поля налево на Лесняка. А здесь, мне кажется, Кононенко не добежал. По фолам, там, между прочим, уже 4-4. Вот, и 2,5 минуты играем еще. Нужно не свалить два раза. Для одной, для другой команды, что может чревато закончиться. Лесняк перехватывает, но не точно отдает передачу. Мяч остается в Олимпии спорт. Михайлов, Горобиевский, Хальзин. Недопонимание на поле между Горобиевским и Хальзином. Мяч уходит за пределы. Кононенко отдал на Лесняка. Тут мы сыграл на Буллинга. Буллинг на левом фланге. Лесняк.
Корниенко отключался с буллингом. Это вот не замечает, мне кажется, Полякова, игроки команды Slam Dogs, Михайлов направо, Цикалов. Здоровиевский есть один на денек, этих стоит. Хальзин получает удар. Ух ты, умудрился. Седьмой номер команды Олимпиаспорт все-таки пробить. Из не очень простой ситуации. Лесняк здесь ошибается, но Корненко мяч оставляет у себя. Точнее, у своей команды. Буллинг. Ошибается буллинг. Снова Михайлов на подборе. Минута. Минута. 15 до конца. Интересно, увидим ли мы еще в этом тайме мячи. Но в игре, я думаю, уж точно игра не закончится с счетом 1-1. Интересно, вот как раз за первый тайм. А вот такая ошибка от Хальзина. Поляков. Поляков. Прикрывает корпусом. Поляков. Жибер. Встает. Цикалов. Блокирует. Блокирует буллинг этот мяч. Так, разрывался только что Чернявский. Потому что никто не хотел бежать назад. Но, слава богу, все обошлось для команды Slam Dogs. Буллинг начинает атаку своей команды. Осталось еще 27 секунд. Лесняк. Поляков обыгрался с Лесняком. Удар буллинга. И сейф. 10 секунд. Нужно быстрее, 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 быстрее. Ну, Лесняк, Николай, слышь меня. Второй тайм. Олимпиаспорт. Slam Dogs. Чайка Иван пытался пройти буллинга. Ничего не получилось. Поляков. Поляков назад на Корненко. Поляков. Рабиевский. Антонов. Мячком торгун. Нет, не решается Антонов подать по передачу. Чайки, но это без проблем для голкипера Сергея Сокольского. Поляков. Убегается по чуть-чуть на него Торгун. Лесняк отключался с буллингом. Но вот слева почему никто не забегает? Хочется аж пальчиком показать. Ну вот иди, иди туда.
замечает, что ли, совсем Кононенко. Вот сейчас он получает пас, а здесь Антона. Заброс на Лесняка. Лесняк не успевает поле за этим мячом. Чайка. Вперед туда, на кого непонятно кого, скорее всего на Грабиевского, но передача не прошла и вообще она была неточной. Буллинг, ошибается в такой простой ситуации, ну что ж такое, смотрите, с игроком команды Slam Dogs. И что, пол? Я на самом деле не увидел, да. Получает как раз таки Поляков желтую карточку. Готовится Олимпия к исполнению стандарта. И удар неточный от Грабиевского. Закольский отдал Мабулинга. Булингу главное не ошибиться в этой простой ситуации. Лесняк, все хорошо. Снова Булин. Снова Коля Лесняк. Ну что, Николай Лесняк, удар. Коля Могила. Далеко вперед, Жибер, Буллинг, отвечает обратно, Поляков, ну, здесь, кажется, лишь бы ударить, только чтобы мяч не попал в другую команду. Окей, вот так вот, аккуратно, красиво. Лесняк, Буллинг. Отдавал передачу, она ни на кого не прошла. Чайка. Грабиевский, ух ты, такой скрытный пас на Антонова не проходит. Буллинг снова с мячом, Буллинг отдает на Полякова. Поляков за мяч, сбиться не смог, снова Чайка. Бан в центре поля, пытался пробить Полякова, не получилось. Аргун, ух, как рисковал, сейчас восьмой номер. Чайка, Иван в атаке. Минус один игрок. Нет. Да нет. Лесняк. Центр, Буллинг, Лесняк. Пытается вытягивать по чуть-чуть. Игры команды Slam Dogs своих оппонентов на свою половину поля, чтобы открывать зоны, вот как сейчас, Лесняк. Михайлов. Альдин. Вот налево. Ух ты! Сыкалов! Обыграл-то хорошо. Очень хорошо. С мячом.
Синяк, пятка на Кононенко, Кононенко защищает обратно. Снова буллинг. Синяк, давай. Чуп-чуп такой. Ух ты! Как сейчас повезло игрокам команды Олимпия Спорт после удара Полякова. Ну, а Поляков, ух ты! Пропускает, вроде бы ловит мяч голкипер, но пропускает как-то за себя мяч. Вроде бы и ложится, и корпус, все правильно, а мяч там между, все равно проходит между него. Повезло, повезло сейчас Олимпий Спорт. Сыграть свою шутку и с командой Slam Dogs, которую ты не забиваешь, ты забивают тебе. Сейчас прощают, прощают игроки команды Олимпия Спорт своих оппонентов. Буллинг с мячом. Николаем. Желаем ему здоровья, только здоровья. Давай, Лесняк, центр на Кононенко и по ногам Антонов заехал. Первая замена в этом матче со стороны Slam Dogs. До этого полностью бегала вся четверка, стандартная. Чернявский ждал своего вызова на замене. Ну вот сейчас как раз ставим Чернявский. Реков назад. Булим. Ух ты, задумка-то хорошая Чернявского, отличная, я даже сказал бы, но она прошла, но немножечко неточная. Цикало. На Хальдина. Отключались. Oh!
кричит Николай Лесняк, говорит своим ребятам стоять, никуда не двигаться. Только встречаем на своей, не тратим силы. Оно и верно, Коля хороший тактик, он понимает, что замен в команде больше нет. Дай бог, Кононенко, с ним все было в порядке. Вот. Сейчас все, больше других замен нет. Кононенко потихонечку расхаживается, я думаю, в кадре скоро его увидите, но все равно, чтобы не получилось каких-то слишком жестких травм. Снег с мячом снова, грамотно они распределяют силы свои. Чак, буллинг. По левому флангу буллинг пробивается, буллинг. Обратно, на домой. Пытается накрутить Михайлова, но Михайлов слухать побудет или не бывает мяч за пределы поля. 8 минут у нас осталось до конца. Удар. Ну, Полякова хороший удар. Играли быстро фондокс. Булин. Лесняка. Лесняк диагональ. Поляков. Угловой удар для команды фондокс. Поляков, ах, запутался Сэгдик. Так, сейчас Поляков. Ну что, Торгун. Соколов смещается в центр. Слева и Торгун. Ух ты, Сокольский. Тоже мяч вроде бы пропустил, но в последний момент успел его достать. Ошибка от Буллинга, удар. Снова Сокольский. А здесь Сокольский молодец. До конца отыграл эту ситуацию, заработал не угловой, а аут, далеко от своих ворот. Сокольский. На Михайлова. Лесняк. Сокалов сам идет. Сокалов. Михайлов. Бум! Ну, пишет там докс. 6 минут. Пишет-то некуда. Мяч на автонетах, но попал еще не в приятнейшую ситуацию. Пошли быстренько. Лесняк, а куда отдавал Лесняк, непонятно. Михайлов на Торгуна, Торгун. Михайлов. Центр, а тут никого. Ой-ой-ой, Лесняк! А почему Шуко не подсказал? Почему никто не подсказал ему? Ух ты! Это шанс был для Сандох. Я думаю, если они забьют себя на всю глухую оборону. Чернявский! Да что ж такое? А что, Лесняк? Снова запрос на Чернявского. Третий раз уже не пройдет. Жибер первый на мяче.
Сакалов. На Михайлова. Михайлов выпускает мяч. Лесняк. Вот и Кононенко. Вышел в строй. Отлично. Снова Лесняк. Черпачок на Буллинга. Буллинг. Вот, сейчас вам сказали. Это уже хорошо. Лесняк. Пяточка на Буллинга. Вот выйти из-под прессинга. Игры команды Slam Dogs уже, мне кажется, задавили здесь больше энергии своих оппонентов. Команды Олимпиаспорт с очень выгодной позицией, на самом деле. Чувствовал, на самом деле, что Slam Dogs как-то немножко подсушивает эту игру, и на самом деле все очень грамотно. Буллинг. Вот на Кононенко. Нет, не проходит передача. Цикалов. Антонов. Торгун. Снова на Цикалова. Цикалов. Галов, Гравиевского. Проходит передача, там борется Поляков. Сокольский. Рядышком на Буллинга. Буллинг. На Лесняка. Лесняк. Забирает у него Антонов и Сыкалов этот мяч. Но остается он у игроков команды Slam Dogs. Поляков на Буллинга. Буллинга запрессинговали вдвоем. Сейчас очень высокий прессинг применяют игроки команды Олимпиаспорт. Далеко ошибается, отдает просто своим оппонентом этот мяч. И тайм-аут в один голос. Просто тайм-аут закричали игроки команды Олимпиаспорт. Ну, посмотрим, что за две минуты сейчас нарешают ребята в желто-серой форме. А вот Slam Dogs очень спокойно. Мне не терпится взять на самом деле интервью у одной и другой команды, потому что Slam Dogs сегодня просто выбрали нереально хорошую тактику и ее придерживаются. И это дает свои плоды. Альзин. Команда Олимпиаспорт. Хальзин. Михайлов. И Михайлов проходит пас. Сокольский на месте. Сейф от него. Минута 47 секунд. Ошибается Лесняк, не смог принять этот мяч. Поляков.
Лесняка, Лесняк, Накананенко. Обстучались они вместе. Хазин против Лесняка. Ну, тут массы немножко не совпадают. Если потолкаться в корпусе. А что здесь Буллинг делает? Откидывал, думал, что там кто-то есть, не посмотрел. Но, значит, остается у команды Slam Dogs Поляков. Ах, мяч с ноги слетел. Ах, как бы хорошо было, прям слева, красивенько так бы заложило. Здесь Олимпиаспорт в атаке. Лесняк помогает. Антонов! Нет такого никакого гола. И Slam Dogs впереди. Буллинг, удар, Жибер. Ух ты, а что началось-то под последнюю минуту второго тайма? Снова Олимпиаспорт идет вперед. Лесняк даже вперед не бежал. Сыкалов на чайку. Нет. Буллинг. Рискует Буллинг. И уходит. 28 секунд. Альби на мяче. Центр. Сыкалов. Чайка. Михайлов. Ну что, активизировались игроки одной и второй команды. Мне кажется, уже Slam Dogs просто подустали. Ну, бегать четвером всю игру, это тяжело для них. Буллинг. Лесняка. Ой-ой-ой, какой пас Лесняка дал. Поляков. Ой-ой-ой, не успел Поляков. Еще и нарушил правила на вратаре. Ну, пас Лесняк отдал феноменальный. И заканчивается эта игра 1-1. Я думаю, Slam Dogs более чем довольны, но недовольны Олимпиаспорт.